Космодемьянская церковь. Бенвенути, добро пожаловать. Москва, Старосадский переулок. Назван в 1922 году по располагавшемуся здесь с 15 века урочищу Старые Сады. Жилой дом 1849 года. Городская усадьба, 18-19 век. Сейчас здесь находится Московский союз художников. По поводу этого Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла строился с 1903 по 1905 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Про корабль. Корабль. Это отель «Парк», ну, а президент отель. Да, Ромск. Не-не-не-не-не. А это? Алло. Да, привет. Вот все, это кирпичное здание, доходный дом Саровской пустыни, 1916 год. Он работает, да? Доходный дом. Московского вспомогательного общества купеческих приставов. 1901 год строительства, с 1938 года здесь находится государственная публичная историческая библиотека. Публичная библиотека, новое здание. Жилой дом, 19 век. Доходный дом Красногоровых Блиновых, в основе жилой флигель второй половины 18 века. В середине 20-х, вот и начало 30-х годов здесь жил Мандельштам. Перед нами Иоанно-Предтеченский монастырь. Церковь Владимира в старых садах. И вниз улица Забелина.